Сейчас трансляция есть? Что на вебке там? Хрена я свинью куда-то тащу. Да, надо трафик увеличить. Но не сейчас. Сейчас я занят. А сейчас видео, если зайти, говоришь, трансляция офлайн, может она что-то рубанулась у меня, зайди в видео, глянь, там есть у меня оставшееся видео. Чё, блин, мне теперь сначала, что ли, проходить? Вообще жопа, блин. Новый год. Ходим тут, он свинью таскаем. Понял, все. Эх. Это я хрен как мне хра... Ой. Что я сделал? Так что, думаешь, заново начать? Смотри, я управляю людьми. Юп-уп-уп-уп-уп. Кукушель какие-то. А пофиг, все равно меня никто не смотрел. Я для себя играю. Ну и для тех, кто приходит. Ну да. Хрен знает. Ну это на отдачу, а так у меня, блин, нормально было. Может обработается нормально будет? Ну то видео, которое офнулось. Ладно, короче, продолжаем. Кто нас тут смотрит? Нас кто-то смотрит из ВКонтакта. Человек, напиши в чат, пожалуйста. У тебя сейчас стрим идет нормально, лагает, не лагает? Или ты просто мимо проходящий? А так у нас ты на Твиче, походу. Ну и ВКонтакте показывает, что один человек. Так, продолжаем. Прибежали, нажали. Потянули.
всегда какой-то пиздец устроил. Так как с этой штуки слезть? Капец, значит, глисты какие тут эти вот управляют свиньями? Может, и не только свиньями, да? Глисты зло. Давай! Ты силёный, могучий. О, дождь закончился, солнышко вышло. А интернет все равно надо, наверное, поменять. Чтобы уж точно. Опа-на. Опять манекены. Я неправильно сделал, ладно. Отстань. Опять цыплята? Я слышу их. Пи-п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 и. Они за мной пришли? Так, что здесь? Окно открыть? Лезь. Ой, это черные какие-то. А, это воробьи. Воробьи, блин. Говорить уже разучился. Значит, тебя вот так вот поворачиваем. Ален, сейчас нормально все идет? Или ты уже меня не смотришь? Уик, уик. Пойдем попробуем. Че, у меня 5 чат, что ли, умер? Фух. Я уже думал, чат опять умер. Эх! Тихо. Я не успел. Теперь дерганый стал. А, ебать! Здесь шифта нет тут. А может мне за чем за этим лететь? Да нет. Разобьюсь.
Желтый провод. Эту хреновину ты не берешь, нет? Сломал, да? Ну, а я сейчас опять буду людьми контролировать. Так. Ну, два человека у нас, да? Что делать-то ими? Не та кнопка. Вниз. Так. Эту хрень закрываем. Оп. Что-то не то. Это кнопки. Я их даже не заметил, блин. Сердце так стучит, ты слышишь? Прямо в наушниках так тук-тук-тук-тук. Пацана, что ли, ты? И зачем я это сейчас буду делать? Может, все-таки не сюда? Уж я не так что-то делаю. Да нет, походу туда. О, может, как-нибудь за эту фигню зацепиться надо? Просто прыгать, что ли? Не, погодь, наверное, типа скатываемся, да? Стоп! Не так.
чье, блин, там сердце колотится? А, скатываемся, прыгаем на трубу, наверное, да? Так, типа раз. Так, топают это вот те вот. Зомбяки какие-то. Воробьи. Мы живы. Разгоняемся. Опасные трюки я делаю. Нельзя так по домам бегать. Нельзя. Походу тут управляет, да? Давай, ломай. Давай, ты можешь. О. Так, это что, мы сейчас куда-то упадем опять? Так, мы живы. Крысы бегают. Что я делаю? Зачем я это делаю? Почему? Так, здесь я никуда не вылезу. Чё за бред-то? Он не допрыгивает. Мне кажется, тут не хватает кнопок для управления. А, может, лестницу подвинуть можно? Хо-хо-хо. Видал, как легко-то все. Догадаться надо, потому что здесь ни хрена не подсвечивается. Это не надо включать, это плохо. Это кака. Или надо включать? Нет, не надо. Хватай там, делай что-нибудь, поднимай. Нет? Походу надо их все-таки включить.
чайка. Дай, дай, дай. Ой-ой. Вставай, пацан. Кажется, они что-то подозревают. Что ты за мной следишь-то? Так, походу, ну, нужно будет прыгнуть, да? А, он моргает. Он меня подозревает. Валим нахер отсюда! Ух! Кто это тут у нас? Ха-ха-ха-ха-ха! Хватай, тащи! Увези меня отсюда! Ногами как он. Че, мы все, типа, нет? Или еще можем? Нет, не можем. Да, елы-палы. Руку, блин, свело. Так, а как я? Да, я туго соображаю. Теперь я все понял. Куда ты меня в яму хочешь скинуть, что ли? Вот. Ой. Так и хочется какую-нибудь еще кнопочку нажать.
Ой. Не, фу. Угу. Я там что-то пропустил, что ли? Мне кажется, он разобьется, да? Эй, давай посмотрим, я может что пропустил. Так, это фигня. Нет? Что это за херня вообще? А где мне взять второго чувака? Че, правда что ли? Вот дела. Нежданчик, блин. Так, а как вот? Вот как раз вот про это я хотел спросить. Как отсоединить одного, а не всех сразу? Что за музыка пошла? Она с игры идет, что ли? Чего? Че эй? Я просто свернул, смотрел, думал, может откуда-то еще музыка идет. Вроде нет. А, зевать не. Так, я человек, мне можно зевать. Простите, больше не буду. Просто так и захотелось вот так вот. Потянуться. Позевнуть. А ты что, теперь только меня смотришь, Ален? Ага, так, вот так вот, вот, все, сейчас я понял, как надо сделать, да. Отсыпаемся. Куда, куда, куда? Ух-ух-ух. А, блин. Так, а... Стойка. А если включишь кого-нибудь еще будет лагать, попробуй. Может, получится. Так, что-то здесь не так. Значит, мне надо чувака загнать на кнопку. Одного. Угу. Значит, делаем так. Кажется, я все понял. У
Вот так вот, значит, он запрыгивает. Встает на кнопку. Мы, значит, отсыпаемся. Опять подсыпаемся. И теперь поехали. Я гениален. Какая-то странная музыка появилась. Ну, то есть ты сейчас ее смотришь и меня смотришь, да? И у меня все нормально. Я фиг знает. Ну, у меня 1080 должен быть. Не знаю, наверное, что-то лагало. Так, а... Че? Че делать-то? В смысле, я ничего не делал? Вон у меня... А, ты про вебку? А то у меня в игре там экшен прям по полной. А-а-а! Простите. Нас спалили. Все, не успел. Хорошо, спасибо. Но и на все равно надо побольше взять. Пускай сотка будет. У нас, наверное, нет сотки. Хрен знает, что тогда, не знаю. Ноут, наверное, не вытаскивает. Так, а откуда та херня-то появилась, я что-то не понял. Ну, я говорю, ну, вот, наверное, не утягивает меня, поэтому такая фигня бывает. А, о! Этот мужик его притащил. Так, сейчас нас будут палить. Пожалуйста, не надо. Кал! Что-то я не то делаю, да? Может, мне надо было упасть в дырку эту? Ну, типа, вот так вот меня вот тут вот оставляем. Потом идем, нажимаем кнопочку. И спрыгиваем. Спрыгивай. Ай, ёпрасэте. Так, извините. У меня звонок. Да. Привет, нет. Угу.
Извините, важный звонок был. Так, возвращаемся в игру. О, слушай, а это открытый, да? Че это она открытая? Да, это закрыто было, да? Слушай, может у меня что-то игра лагануло? Или типа, если я рычаг этот дергаю, то он закрывает дверь. Че, нажимай? Не оселяешь, что ли? Че? Слишком далеко. Вот так. Угу. Значит, эту херню дернул, сразу дверка закрылась. Так, 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 вот так. Сейчас он... Пора проверим теорию. Юху! Да. Вот мы и свинтили оттуда. Чё, под водой, что ли, надо? Давай, только не утони, блин. Да хрен ли ты тонешь-то сразу, блин. Так, он, ручка. Ее, наверное, надо дергать. Куда? Вот, в пиратов теперь играем. Ой, блин. Мы не можем из воды выпрыгивать? Как Ихтиандр такие. Нет? Я понял. Мы опять туда пойдем? А зачем? Так, я явно что-то делаю не так. Мы уже поняли.
притащить, что ли, надо? Да чего ты встал-то? Иди давай. Так. Ничего-то. А, нажать. Вон туда быстрее. Не успели, типа, да? Как-то успеть-то? Что-то сверхъестественное какое-то. Тем более при условии, что нельзя тут ускоряться. Так, значит, надо подойти, нажать, подбежать к краю. Минутку. Так, погнали. Значит, бежим такие, кнопку жмак, подбегаем к стенке. Жмак. Не успели. Бери, беги, беги. Я не знаю, что делать тогда. Я вроде все правильно сделал. Может, сейчас кнопочку типа эту нажать? Только, ну, не тони. Да. Я только догадался, блин, а ты утонул. Я ж все понял теперь. Все понял. Нажимаем. Ждем такие, ныряем. Опять жмакаем, плывем. Нет. Больше надо воды. Больше воды. Так вот, ныряем. Жмакаем и плывем вон туда. Быстро, 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 быстро. Оп, успели. Так. А чё там за свет? Включи-ка свет. Ты чего там был? Ой, простите, часами задел. Я не понимаю, куда? Чего? Ну, включай свет. Угу, хрен. Чего, Кеша? Привет, укладывай. Нет, не хочешь? Чё мурчал? Мурмя. Что делать-то, блин? Я не знаю. Я в тупике.
Все, допер. Эту хрень надо под дверь, походу, положить. И воду открыть. Угу. Капец, они тут заморочили. В смысле? Вот так вот. Ладно, я неправильно первый раз догадался. Зато теперь знаю. Мы с тобой гений. 100 пудов прям. Блин, я не то сделал. Я понял, понял. Надо было по трубу бежать. А ёлы-пал, еще хрен крутнешь, блин, эту. Этот ш... Что рвал? Отвлекся, блин. Так. Ну ты куда? Ты чё творишь-то, блин? Кто тебе сказал спускаться? Кто? Подошел и стой, вот. Опять сейчас пиздякнешься. Ведь порячимся. Где-то так, да? Угу. Бежим, хватаем эту фигню, крутим. Крутим! Прячемся. Чё-то я не вдупляю, как ее крутить. Это очень сложно. Этим персонажам это сложно. Ай, блядь, не туда. За ногу. Я скоро начну думать, что меня папка уже не так калит, как эта непонятная крутилка. Да ебаный ты! Нам вниз ее надо опустить. Крути! Вообще, как там какой-то это, блин, неуправляемый этот хрень. Тут бот джойстик, наверное, подошел бы. Ой, ебаный ты, дурак, куда ты крутишь-то?
Да в смысле? Вверх, вперед. Ты, блин, слабоумный, что ли? Давай. Ну? Ты, блядь, меня не беси. Что происходит-то, а? Схватил. Я, блин... Да куда нахер ты крутишь-то? Я уже двумя руками, блин, кнопки жмакаю. Схватил. Да... Не, вот. Да ебать... Да ты, блин, издеваешься надо мной, да? Схватил, крути. Сраная игра, всего лишь на одну кнопку надо было нажимать, блин, просто не постоянно держать. А я, блин, пытался этими кнопками. Так, двумя руками надо. Капец, сколько людей увозят, да? Че вот у них там за херня какая-то происходит, что их зомбировали всех, или что там, блин, с ними делают, хер знает. Ой-ой-ой. А, они еще и мычат. Ай, блядь, поезд, палево. На люк сел, дурак! Ты сел на люк и хотел его поднять, блин. В смысле, прыгай, цепляйся. Нет? Или типа вниз надо? Тырем, тырем, там тырем. То, блин, вверх лезешь, то теперь вниз спускаемся. Телефон садится. Я на нем чат запущен.
Надо провод для зарядки принести. Че там, собачки? Да, ёлы-пал, опять спалили. А мы под водой. Не тони. На ней нельзя так перепрыгивать, да? Смотри, какая падла жестокая. Газуй! Нет. Почему здесь нет шифта? Блин, не игра, издевательство какое-то. А если я не буду из воды вылазить? Ух ты, ни хрена себе, она и плавать умеет. Офигеть. Ого, бля. Ломай давай. Быстрей ломай. Быстрей. Пиздец. Так, значит, ломаем палку и бежим назад. Чё, блин, за грохот какой еще? Валим на пету. Эть! Хер вам! Давай, бля, быстрей! Так тебе и надо, блин, падла. Тупые животные. Сраная кнопка Windows, блин. Почему она рядом с Ctrl? На землю встал, они тебя услышали. Блин, какой-то капец там происходит, что-то ломают. Под конец поди еще и сетку эту свалят.
пошли в жопу. Серый, блин. Фу, блин. Она чуть такой подлодка какая-то. Типа я сейчас угоню ее. Точно на этом на скрине же на там была какая-то тема такая. А куда надо-то? Вниз, что ли? Охренеть. Так. А чё, чё не так-то? Мне выйти надо из машинки? Как выйти из неё? А, можно засыпать вещи, что ли? Чё происходит? Вот это вот, чё вот я нажимаю? Я нажимаю типа Ctrl, ну чтобы он что-нибудь зацепил. А! Всё. Понято. Охереть, мы в какой-то океан что ли ушли, блин? Нам куда? Тут что-то без крайности. Так, это стена. Музыка классная. Давай сплавом вниз, что ли, посмотрим, что там. То вдруг что-то пропустим, интересно. Угу. Мы у дна. Ближе надо, да? Вот так вот. Откуда пиздюк знает, как управлять этой подлодкой?
Так, ну по всей видимости туда, да? Так, опять ломать дверку, дырку. Опа. Это типа что-то серьезное, да? Так, всю что ли типа надо эту херню пробить, где трещинки? Делаем-то хоть правильно, нет? Мне вылазить надо, да? Ну ладно, я понял. Так, стой, вылазить. Надо, наверное, сплыть, да? А я, блин, всю стену расколошматил. Кажется, надо было просто вон дырочку одну сделать и все. Вау! Что это сейчас было? Что-то все провисло сразу. Кстати, а может у меня, блин, подвисал и застал? Вообще-то игра же до сих пор на SSD-шнике. Ой, на обычном жестком. Не знаю, ладно. Так, значит, за то время, сколько мы находимся в игре, мы узнали, что какие-то типы хотят нас убить. Хотят нас убить. Делают зомби из людей. Марионеток. Пока все. А, ну и какого-то хрена пацан этот бегает там. Пытается убежать от него. Как он там попал и что он там делает? И почему он один хочет убежать? Так, я на улицу опять вышел.
Ой. То есть мне надо было на нем стоять, а потом он туда вон прыгать. Поняли? Система Ниппель. Понял, я одной правой могу играть. Ах ты, ёпарасота. Что есть, интересно? Ничего. Сейчас еще задохнется. Там за херня была. Так, стой. А нахера я в нее залез? Так, там упали бочки. Их взорвать, что ли, надо? Как-то. Да ёпарасты, всё. Сейчас. Так, я чё-то проебал. Какой-то момент.
Так, спустили отсюда бочки. Пойдем дальше пробежимся, посмотрим. Че за камень странный? Так, здесь типа конец территории, но я хер выберусь, да? Что-то я сегодня обзевался. Итак, мы пришли сюда. А, кнопку нажал, открыл дверь. Нахера? Эта фигня прыгать-то не умеет. Так, короче, сейчас сплавом позырим, что там на самом дне. Не доплыли. Так, значит, мы открыли дверь. Только что нам это дает-то? Нахрена нам эта дверь открытая? Где-то кнопку нажать, чтобы вода заполнилась. Ты, не тони! Так, тут везде мы тонем. Отсюда мы приплыли, да? Еще раз попробовать вломить. А, стойка, он перепрыгнуть, наверное, может, да? Ага. Все, понял. Да. Догадайся, что он, блин, не только вот ломает такой, таким образом, а еще и прыгать умеет. Вот ты знал, что вот так вот надо? А если знал, что не подсказал? Бегал я, мучился. Так, какая-то кнопка. А у нас принцип простой. Видишь красную кнопку, нажми. А потом посмотрим, что будет.
Та-ра-ра-ра-ра, быстрее залазь на нее. Писю начнете... Не, не знаю. Что за песенка? Откуда ты такие песенки знаешь? Походу, эта кнопочка плохая, да? Ну или не надо было ее сейчас нажимать, а потом. Так, давай еще раз ее жмакнем. Так. А. Что-то типа он мне показал писюн. Ха-ха-ха, стилет, привет. А я видел, что ты сегодня подписался. Ты как меня здесь нашел? Да, ёб, ты не... Не уберёг мальчишку. Алён, так чё ты вдруг вспомнил про эту песню? А, точно, точно. Я что-то забыл совсем. Ты еще сейчас и на стриме у кого-то ее пела? Вот она че. Ты, значит, там еще поди в этот, в папку играешь с Никой, поди. Ай, блин, не туда. Алена, это чё, чем вы там занимаетесь? Боюсь спросить.
А там, да, у нее ритм. О, ни хрена себе, тут девка какая-то плавает. Стилет показывал писем. Ритм у нее заразительный. Че это, блин? Уйди нахрен отсюда! Чё, все меня убили, да? Вот какая злая баба. Алена, перестань издеваться над стилетом. Ну такая есть немного, да. Метро пострашнее будет. Все, пиздарики опять. Уйди, дура! Папка страшнее. Не, ну так-то да, если в папку поиграешь, там, блин, сердце стучит. Здесь вроде спокойненько. Какая херня злая, блин, лохматая. Отстань! Уйди! Так, что-то я не то делаю. Это вы у Ники, что ли, там развлекаетесь? Угу, пиявка у вас это, да. Что-то я не удупляю, куда? А, вот нашел все. Так, сейчас будут судороги. Ах ты, тварь! Ты смотри, какая скотина. А там вроде, это, Ален, целого этого можно собрать из этих, из кусочков. Осьминога целого. Или панду, да? Панда. Папа панда. Отстань. Так, а если я вот эту херню сломаю, то, наверное, закроет ее, да? Так, все. Избавились от этой пиявки.
Че это за рожа такая? У меня, блин, на телефоне смайлик маленький, но он что-то какой-то смешной, блин. В этом смайлике? Давай. А, живой, блин. Как выскочит какая-нибудь херня из песка, блин. Заряжку схватит. Снеговик. С этой что стороны встаешь? Девятнадцать. Номер 19. Пройдите к кассе. Смайлы, да, какие-то эти, блин, лица чьи-то. Это, наверное, типа мемасы чьи-то здесь, здешние. Чё, не осилие я только не? А, открыть? Нет? Ты, кстати, как с пивком сегодня, Игорь? Или ты все, праздники закончились? Так, что делать? Что ты? Мы сейчас наверху. А, уже все, рабочая неделя начинается. Я до 8 отдыхаю пока.
Ну да, здесь как-то все не так, как будто. Да-да, в первый же день. В первый же день мою ютубную аку мутнули трансляции. На 3 месяца. Они посчитали, что я спамлю видосами. У меня тогда OBS залагал. И несколько видосов одного и того же названия получилось. Он типа вырубился, я его включил. Он вырубился, я его опять включил. Потом увидел, что видосы лишние. Ну, однотипные повторяются. Я их удалил. А на следующий день сотрю, мне YouTube прислал письмо. Так и так, типа вы спамите и все дела. Типа, нарушаете правила. Мы вас блочим вот за такой-то видос. Захожу, видос удален. Ну и как по правилам потом нашли, типа, если видос уже удален, то ни апелляции, ничего не подать. Поэтому я на Твиче. Во-во, смотри, сейчас ты не видел, наверное, такого еще, Игорь. О, бля! Оторвалась. О, нихера, они теперь за мной ходить будут. Короче, это эти. Куклы, марионетки. Обычно только я на ней вишу с этой штукой и управляю ими. А теперь они вон ходят за мной. Безвольные существа. А по вам прыгать можно? Ух ты, крутяк! Да-да, я везунчик. Фейлы — это моё. Все залезли. Ну и ничего, здесь зато тоже на ютубе. Ой, на ютубе, на твиче прикольно. Француз тут приходил один. Смотрел меня, общался. Так, люди тоже были. Сколько у меня там? 6 фолловеров уже здесь. Я расту. Блин, какая-то херня долбится в дверь. Чё, это мне надо 19 вот этих чудил собрать, что ли? Да где? Пустите! Блин.
А, она не работает уже. Ладно, понятно. Так, 20 чуваков надо собрать. Все здесь? Я сомневаюсь, конечно, что правильно понял, но мне кажется, Алена пела про тот банк, которого она только что рассказывала. Типа она об нем вспомнила. Но не знаю. Она, наверное, какую-то песню поет в этом стиле. Вот, крутяк. Хорошо, что я не помню этот мотив. Трупак тащим. Не сможете. Как вы мне его напомните? Я тебя не слышу. Там можно Twitch диджей поставить, только я не проверял его, фиг знает, как он работает. Так что не знай. Так, чё, всех собрали? Слышал, слышал. Жалко, Игорь не во время стрима подписался. Увидел бы сиськи.
Так, а как их забрать-то? Или их теперь надо перекинуть в этот, эй? Да, блин! Я не знаю, там на переподписку они работают или нет. Так, вы этих-то вытащили, что ли? Вылезли они, я что-то просмотрел. А, я вообще-то могу сам зайти. В уведомляшки и тебе это самое показать. Сейчас, короче, этих чувачков доведем до места. Я зайду, включу твою подписку. И ты их увидишь. Я прибавил звук у себя в наушниках, я тебя не слышу. Так, а чё-то... Чё-то куда-то я не туда пришел. Заблудился. Да ладно, давай сейчас покажу по-бырому, там недолго. А то как же так? Ну да, мужицкий дождь. Так... Кто-то храпит там еще. Странно, походу. Те, кто во время... Блин, короче, я хрен, у тебя здесь нету в списке, кто на меня подписался. Странно, короче. Значит, я попробую подписаться, может, сработает.
Но в домляшке не было. Я не слышал, по крайней мере. Сейчас я ее так запущу. Что еще за проблемами тут? О, появился стилет в списке. 5 часов назад. Так, короче, вот от стилета. Странно, это стримлап, походу, что-то глючит. Встаньте, блядь, вы чё меня хватаете? Ну, блин, мужики. Пусти. Спасибо за подписку. Так, еще троих не хватает. А, там трупы же валялись где-то, нет? Так, этих вроде я собирал. Я тех с коляски, что ли, не взял? Вроде брал. Или они там перевернутые лежат, нет? Да харе меня поднимать, блин. Так, кто-то храпит. Где он храпит? Да, есть в Стиме. Инсайт называется. У нее как раз сейчас скидка. А, прошлого года, 2016 выход. Так, где я троих еще пропустил? А, здесь мы были. Да блин, харе меня поднимать. Так, здесь мы скинули клетку. А, ну да, уже 2017. Да, значит, ну короче, 2016 года она. Что-то там середина, что ли, я уж не помню.
Так, тут тоже вроде всех собрал. Как он позирует, стоит. Так, где я троих-то просрал? Внизу, что ли, где? Еще ниже. Ну да, Little Nightmare тоже это. Да-да, я только хотел спросить тоже, а где работает нашего товарища? Там даже от меня есть работа. От Санька, от Киллсвича есть работа, а вот от тебя что-то я не видел. Ты же вроде говорил, что у тебя там кто-то должен подойти будет. За счет кого ты будешь выезжать. Так. А, вон ту херню надо дернуть, наверное. Точно, их же теперь полно. Я что-то про нее забыл. Я? А что, он жаловался, что ли, уже? Я уже, если честно, не помню за что. Что-то он там опять бузил. А, с кем-то он ругался опять. А я Аркашу предупреждал, будешь дальше себя вести, я тебе бан куплю. А, Юр сегодня писал Blackwater. Ему там такую эту водку подарили. Нефть. В виде бочки сделанные. Чего, не оселяешь, что ли? Нам залезть надо, а не ломать.
Ну вот дожужжится, и там мут получит у Ники. А то он особо умный тут во всех чатах. Хорошо, он не знает, что я стримлю, блин. А то бы еще и сюда пришел. Я водку сам не люблю. Да, Юра мне скидывал фотку. Он тебе не присылал? Я думал, он тебе присылал тоже. Так, что за херня? Как их оттуда снять? Чуваки, спрыгивайте. А, тут дернуть надо. Все, понятно. Шоу дерни лысого, да? Угу, понятно. Ничего не понятно. Угу. С ящиком вообще не поднимается, да? Так, как мне удалось долететь-то, блин? Я тебя потом перешлю, покажу. Так, с коробкой не поднимает. Так, что-то ни хера не хочет лететь. Все, все, я понял, понял. Надо коробку под него засунуть. Вот. Теперь точно долетим. Оу, воу, ты куда? Ты чего кесь орешь? Вот они, достающие три штуки. А-а-а. Это они, походу, храпят. Их типа в транс ввели, они спят, и ими вот через эти херни управляют. Я думаю, кто постоянно храпит тут? Так, все, Аран, я тебе переслал. Так, нам другой этаж, ага. Да, есть такое.
Так, все забежали. Поехали. Кстати, Лет, если любишь эту подобную план игрушки, Аленку там писал ниже. Little Nightmares. Глянь, тоже интересно. У нее там DLC есть. В этом году вроде как продолжение должно быть. А, ну, значит, выше. У меня просто чат по-другому на телефоне. Я опять громко разговариваю. Опа-на! Тут что-то какой-то звездец происходит. Еха, бля! В мясо! Да. Так, я что-то вот не вдупляю. Значит, она вхреначивает, да? Потом бежим. Не успел добежать. В мясо. Порвало. Опа. Вот нифига себе, я шустрый. Ой, я зря побежал, я зря побежал. Опять мясо. Пиздец, ногу оторвало. Так, все. По-хорошему делаем. Быстрее беги, блин. Да. Прям там кусочек же был. Ну вот. А ты в стиме их в желаемые добавь и будешь это самое помнить, если что. Я обычно так игрушки записываю. Иначе забуду тоже. У меня вот эта вот. Она не из стимовская, но в стиме тоже есть. Она у меня пару месяцев, наверное, лежала. Так, значит, это надо опустить. Хера, тут еще и осколки полетели. Так, это что за рычаг? Хана мне! Че, сейчас сначала, что ли, все? А, фух.
Так, а здесь как? Я не пробегу столько. Нет, тут что-то не так. Так, значит, эта фигня защищает здесь. И вот там, да? Не успел. Значит, тебе походу не надо стопорить, да? Или надо? Вот сейчас будет тут мясо, да. Ух ты, так. Ух ты! А вот этого я не ожидал. Так, повторим. Что-то надо было, он глянул, что это херня, он болтыхает, блин. Так, мне надо, то есть, успеть перебежать, да? Я, кстати, думал, эта игрушка не это такая. С маленьким возрастным ограничением. А тут, оказывается, он... Мясо, кровь. Давай! Чуть-чуть. Ну, бля, чуть-чуть. Фух. Ну, блин,
Вот прям чуть-чуть же. Высунулся, блин. Какого хрена? Фух! Угу. Фух, блин. А здесь не бьет уже? Тут еще музычка классная, мне нравится в этой игре. Так, там точно ничего нет? Ничего нет. Выход-то есть, что ли? А то я сейчас вот... Писец! Спасибо, что приходил. Добрых снов. Удачи на работе завтра. Еще подох, блин. Пока. Заглядывай иногда. Где, блин, выход? Все, поздно. Так, я что-то, блин, не вдупляю. Не-не-не, ты там уже был. Харе, поплавали, блин. Даже так. И опять мне сейчас на веревочку и потом туда. Застрял. Так. Хм.
Так, значит, это дергаем. Потом это. Просрал, все. Угу. Просрал. Значит, дерг. Дерг. Сюда. Нет. Не так. Значит, дерг. Дерг. Ждем. Нет? Угу, нет. А чё я херней страдаю? Зачем я это сделал? Можно же было просто вот это вот дернуть и... Ну и как бы вот и все, и я здесь, да? О, пиявка лохматая. Че-то я не понимаю. Зачем? Так, значит, все понял. Мне надо забраться, нажать кнопку, вернуть на место. Потом. Значит, дергаем этот, потом тот. Летим наверх, нажимаем кнопочку. А, бля, рано! А, все, во. Все, мы молодцы. Тише. Нельзя на стол лазить. Так, мы молодцы. Дальше погнали. Ой, блин, что-то не прыгнул нифига. Так, я туда не хочу нырять. Я же видел, кто там плавает. Зачем вы меня заставляете? Ох. Ну вот, ты вот видишь. Быстрее! А я ведь даже драться не могу. Точнее, этот пацан, блин, он просто вот... Все вот. Быстрее, быстрее. Да ёптать, лезь наверх! Ты чё, блин, глупый, что ли? Дурак совсем. Ты видишь, вот она дрыгается, не трогает тебя. Газуй. Не ухай там. Давай, 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 давай. О, брат, а чё, нам надо будет это, да? Типа еще плыть? Как думаешь, она там плыла уже? Отстань, срань, блин. А че, почему ты не привязан? У тебя вон цепь на ноге. О, здесь, походу, залезть можно.
Ну, то есть просто прыгаем, да? А нам оно надо? Отстань! 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 О, блин. Вроде не так страшно, блин. А все равно как-то не по себе, когда вот эта вот хрень с тобой гонится. Ну-ка, нет, зачем? Ты что делаешь, блин? А, фух. Я думал, блин, уехал. О, то есть это самое. Пришел, блин. Хана! Слушай, а там может надо было к крюку что-нибудь привязать? Да у меня нет ничего. Так, 2,5 часа. Давайте сделаем на сегодня финиш. Завтра продолжим. Не знаю, много тут осталось до конца еще или нет. Так что, если понравилось, подписывайся на ВК, YouTube, Twitch. Делай репосты, ставь лайки. Но если не понравилось, тоже делай репосты и дизлайк. Может, кто-то другой понравится. Так что, всем всего хорошего, пока.